Мой генерал, разведка докладывает, что грузовики ООН продвигаются по горному каньону с ресурсами и продовольствием. С целью борьбы с мировыми тиранами, GLA должна перехватить эту доставку, чтобы использовать ее для нашей праведной миссии. Конвой обнаружим! Они не подозревают, что мы здесь! Они входят в деревню! Продвигаются в направлении нашей засады! Грузовики ООН здесь! Боксы идут на бойню! Мы вышли на место! Ресурсы сброшены, а глупцы уходят! Ям! Ям! Теперь! Сей одет и забирай то, что наше по праву! Умрите! Системные крестьяне! Это наши ресурсы! Порядок установлен. Только не бейте! Постараюсь поторопить. Что вы хотите от меня? У меня руки не грабли. Конвой доставит ресурсы в деревне на этой территории. Нам эти ресурсы пригодятся больше, чем деревенским жителям. Чего хочешь? Мы ничего не боимся. Обнаружен конвой ООН. Всем привет, уважаемые зрители и подписчики, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем прохождение команд из Conqueror Generals, компании The GLA. Сейчас нам предстоит захватить ресурсы, отобрав их у мирных крестьян. Кстати, вот вы только что увидели методы и принципы работы GLA. Они заехали в деревню, перебили просто мирных жителей, отобрав у них припасы гуманитарной помощи ООН. Чего хватит? Совершенно отмороженные скотины, я бы их назвал так. У людей, у которых ничего нет, отбирают то последнее, что дают им в виде гуманитарной помощи. Ну, те же американцы или какие-то европейские страны. Так, обнаружен еще один конвой. Мародер. Да, я знаю. Хорошая сеть. Найди мне точку опоры. Вот так вот, уничтожая конвои, мы будем добывать вываливающиеся из них ящики с припасами. К тому же, если я не ошибаюсь, можно вроде бы... Конвой вошел на эту территорию. Вроде бы можно разрушать здесь дома. И забирать тоже из них. Чего? Эти припасы. Так, еще один конвой. Быстрее. Мы их разорвем. Нам план идет. Держись, мы сломим их. Делаем их работу! Деревенские жители собирают наши ресурсы. Мы должны остановить их, генерал. Давайте войдем в это здание. Возьму кусок тебя. Танки мародер можно усовершенствовать, в этом их огромный плюс. Только не бейте! То есть за счет. Понесу сколько смогу! Обнаружен еще один конвой. Я пройду по твоим остаткам. По пускам. За счет останков и станков противника мы сможем принуться за работу. Усовершенствовать вот эти вот боевые машины. Посмотрим, что найдем. Так, что-то они успевают проскочить. У меня вот здесь вот есть такой вот хитрый план. Посадить ракетчиков и не дать им возможности проскочить дальше в деревню. Мародер готов. Обнаружен еще один конвой. Мы им переградили здесь дорогу мародерами, чтобы они не могли проехать дальше. И будем встречать. Но что-то у меня есть подозрение, что это далеко не все, что нас ждет в этой
миссии. Скорее всего, сейчас приедут американцы бравые на танках и дадут нам... Вы хорошо справляетесь. Прикурить. Мы уже близки к нашей цели. Конвой вошел на эту территорию. Скоро у вас будет то, что нам нужно. 20 тысяч мы собрали. Но конвой теперь перемещается, как я и ожидал, в другом месте. Нужно собрать 40 тысяч, напоминаю, для того, чтобы победить в этой миссии. Мы в главной деревне. Ракеты Скорпиона улучшены. Я пройду по твоим остаткам. Полетитель все берет. Если это мало, примутся за работу. Я пройду по твоим остаткам. Разрушаем здание, чтобы забирать у жителей их припасы. Конечно, мы занимаемся, так сказать, мародерством. Что меня совершенно не прельщает, но что ж поделать. Такая вот специфика игры за GLA. Я пройду по твоим остаткам. Все заберу. Посмотрим, что найдем. Будет того стоить. 24 тысячи. Остается 15 тысяч. Ну, миссия, думаю, самолет. Сбейте его и возьмите то, что нам нужно. Миссия, думаю, будет довольно легкая. Грота в небе! И орудие к бою! Так, зениточки. 3 штуки у нас. Глупые американцы полагают, что воздушный сброс ресурсов не позволит нам взять то, что наше по праву. Используйте зенитки, чтобы сбивать их драгоценные самолеты. Мы здесь, ожидаем ваших приказов. Американцы далеко не глупые. Они создали великую страну, которая теперь указывает, можно сказать, что всему миру, под какую музыку ему плясать. А это дураки бы сделать явно не смогли. Вы забрали наши ресурсы и спрятали их в своих домах. Можете сравнять эти дома с землей, но достаньте эти ресурсы. Шает империя, которая делает все, чтобы обеспечить... Смотрите, как они горят! ...своему государству достойное существование и жизнь. Блин, эти мирные жители уже достали реально воровать. Поставки ООН. Уже на ногах. Теперь мы готовы к встрече с американскими войсками. Американский самолет. Сбейте его и возьмите то, что нам нужно. Трачая ресурсы на танке, чтобы удлинить миссию, иначе она будет слишком простой. Сделаем все это более... Примутся за работу. Вот и все, превосходство американцев. Сделаем прохождение более масштабным. Так, нужно уничтожать здание, сразу же доставить танк, чтобы у нас ресурсы эти не спирали мирные жители. Обнаружен самолет с ресурсами. У меня нет на это терпения. Чувствую, мне этот чувак будет мешать комментировать все видео своими очень дельными советами. Что и где обнаружено. Да, броня готова. Я пройду по твоим остаткам. Придется избавиться от этих крестьян. Как бы это жестоким не было, иначе собирать мы будем очень-очень долго, разрушая здесь здание. Они тут же забирают наши ресурсы, которые мы тут пытаемся извлечь. Американский самолет. Сбейте его и возьмите то, что нам нужно. На нем ресурсов, в принципе, не намного больше, чем... Обнаружен самолет с ресурсами. Вас повысили. В этих самолетах ресурсов не намного больше, чем в домах. Американские жители воруют наши ресурсы. Уничтожьте их дома и заберите ресурсы, которые они прячут. Уже на ногах. Обнаружен самолет с ресурсами. Подразделение потеряно. Иду. Вдыхай меня. Да, да. Вдыхай меня. Мы почти достигли цели нашей миссии. Нужно еще совсем немного ресурсов. Есть что-то для меня. Посмотрим, что найдем. Все работает. Мы уже почти все дома разнесли. Кстати, здесь база американцев. Давайте-ка лучше займемся ими. Хватит мирных жителей убивать. А будем уничтожать тех, с кем GLA, собственно говоря, и борется. Самолет. Сбейте его и возьмите то, что нам нужно. Жайки, дай. Кстати, у них тоже есть определенные ресурсы. Непонятно, откуда в танках у них гуманитарные поставки, ну да ладно.
опустим. Много ресурсов укрыто на территории этой маленькой базы. Обнаружил самолет с ресурсами. Пришли биться за их драгоценную гуманитарную помощь. Уничтожьте их. Я заберу. Все сработает. Что сказать? Я все заберу. Все обнаружен заберу. Самолет с ресурсами. Будет того, собираем все танки в кулак, что? Идем уничтожать их базу, да, я думаю, да. Что сейчас здесь наш путь и закончится. Посмотрим, что найдем. Победитель все берет. Возьму кусок тебе, я пойду по твоим остаткам. Болит трагичек, да хренище не им задание. Обнаружен самолет с ресурсами. Все берет. Я пойду по твоим остаткам, покажи мне. Офигеть. Есть, слишком много ракетных войск. Вот твари. Здесь не хватает, наша, конечно, токсичных тракторов, которые могли вышибить их моментально из зданий. Ну, ладно, еще немного удлиним миссию. Американский самолет. А? Сбейте его и возьмите то, что нам нужно. Ой, мужик, как ты мне надоел. Я так и там вот ящик с ресурсами лежит. Сгоняем-ка за ним. Пока его не стащили местные жители. Делаю, как смогу. Готов, жаль. Есть что-то для меня. Победитель, не торопись. Нужны еще ракеты. Нужны еще ракеты. Пойду кусок тебя. Победитель, все берет. Я пойду по твоим остаткам. Мы не потеряем. Всегда мало. Пойду кусок тебя. Танк Скорпион, быстро как могу. Наша воля сильна. Я так и сделаю. Это хорошо. По настроению, как вы игру. Наша воля сильна. Я заберу. Пойду в сон тебе. Обнаружен самолет с ресурсами. Это мало. База США рядом. Готовьтесь к атаке. Посмотрим, что найдем. Есть что-то для меня. По настроению. Того стоит, если это мало, возьму кусок тебя. Ну вот, будет почти что стоит. Мы и достигли цели нашей миссии. 40 тысяч почти собрано. Если это мало, по кускам, если это мало, подстрелить, подстрелить, все берет. Если это мало, по кускам, подстрелить, все берет. Сейчас добьем эту базу. И на этом победа за нами. Американский самолет. Сбейте его и возьмите то, что нам нужно. Я так и сделаю, как вы и просите. Тысячу остается всего лишь. Забрать нам. Вот один ящик, который разделяет американский нас. Самолет. Победа. Сбейте его и возьмите то, что нам нужно. Да я бы тебя бы уже сбил, чтобы ты успокоился. Я буду. Собираю войска для красивой финальной атаки. Вот еще один ящик ресурсов, разбросано кругом огромное количество. Как видите, миссия не составляет абсолютно никакого труда. Здесь еще было много домов. Вот еще куча ящиков валяется. То есть 40 тысяч здесь можно набрать, даже играя ногами. Американский самолет. Сбейте его и возьмите то, что нам нужно. Фановая миссия. Бейте неверных. Возьмем то, что наше по праву. Огонь! Есть фраган целый. Они должны были оставаться в собственных землях. Вот и все. Жилые врываются. Мы достигли цели. 40 тысяч американских долларов. Не знаю, конечно, каким образом вам 40 тысяч американских долларов помогут победить в глобальной войне, но тем не менее, это были ваши условия, мы их выполнили. И в этой миссии довольно-таки легко победили. То есть 40 тысяч мы собрали, 14 потратили на строительство войск. И без сопротивления промяли войска США. Фановые миссии, чтобы в основном испытать технику GLA, скорее всего она создана, чтобы вы... поняли, каким образом ее апгрейдить, каким образом уничтожать и танки, и ракетчиков, и хаммеры, специализация которых прежде всего уничтожение пехоты. Ну, вторая обучающая миссия, которая не должна
привнести какие-то проблемы при прохождении даже малоопытными игроками, которые в стратегии до генералов и до компании с GLA не играли. Ну, для меня, естественно, это вообще семечки. В третьей миссии, честно говоря, не помню вообще, что там будет, но я помню, что чем дальше компания GLA будет раскочегариваться, тем тяжелее будет ее проходить. Здесь не будет таких зубодробительных миссий, как, допустим, последняя миссия за Китай. Будет там одна миссия, то ли пятая, то ли шестая, где нужно будет захватить токсические бункеры. И там нас будет молекулярная пушка обстреливать, большая американская укрепленная база. И, в общем-то, там вот придется покумекать, чтобы выжить и победить. А в целом, в принципе, компания The GLA довольно-таки простая относительно той же китайской. Она посложнее, чем американская, но проще, чем значительно за китайцев. Ну что ж, надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, не забываем ставить лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Рекомендуйте его друзьям, знакомым, которые любят хардкорные прохождения, стратегии, ну и корректные прохождения без матов, криков, воплей и прочего непотребства. Ну и, конечно же, оставляйте под видео свои конструктивные комментарии, если вам есть что сказать. На этом все. С вами был Крестоносец. Всем удачи. До новых встреч. Пока.